Всем привет, с вами я, Лера, мы на канале Валерия Блог. Сейчас время, где-то час дня, и я иду с Наташей. Куда мы идем? В хозяйственный магазин, потом идем в Окей, а потом мы пойдем по домам, потом я пойду к Наташе, вот все, блог закончен. Все рассказывай, зачем? Зачем это все показывать? Да, все рассказывай, я вам все рассказала. Но самое прикольное, то, что мы будем смотреть... Ну, по крайней ужастики. Мере, задумали. Четыре ужастика. Она меня заставила, помогите, пожалуйста. Две. А, так как мы смотрели третью часть. Аннабель. Ну. Там мы будем смотреть первую и вторую часть Аннабель. И будем смотреть зеркала и визит. Визит вообще не спрашивает. Зеркала жуткая, реально, прям. Меня заставили, помогите. А я закрою комнату. Блин, у нас замок. Нет замка. Короче, я забыла вообще, когда я была дома. Но я уже с Наташей опять встретила. Тебе так много моих влогов вообще. Просто дружить не с кем. Вот. И я иду уже переодетая, с рюкзаком. Тогда пойдем там тебе. Со всеми вещами из дома. Меня выгнали из дома. Именно так. Такая. Именно так. Влог выгнали из дома. Да, да, да. Это, если что, спойлер, на самом-то деле. Опять разговаривать не умею. Мое видео будет называться совершенно по-другому. Совершенно по-другому. Наоборот. Я, короче, просто на самом деле к Наташе двинула трубку. А у нее на канале можете посмотреть видео там, где она ко мне ночевку. А когда ты будешь это выкладывать? А я не знаю. Потому что я, скорее всего, выложу через неделю во вторник. Да? А, ну, то есть нет, на нее это не ждите. Она, возможно, и через месяц выложит. Короче, я уже у Наташи. Время часов где-то 6-7. Вот, мы сейчас будем какие-нибудь фильмы, наверное, смотреть. Я не знаю, смотрю, что мы сейчас будем делать. Вот. Мы сейчас опять гуляем. Время 8 часов, мне наплевать на людей. А время 8. А, мы туда идем, да? Мы сейчас идем, время половины 9. И мы с Наташей. Куда мы идем? Скорее всего, домой. Ну нет, мы сейчас там вот на эту площадку, которая возле. Сама спросила, а потом говорит, нет. Мы, короче, куда-то идем. Домой. Кстати, а прикинь, если ты зайдет в спальню. План 10, может быть, больше мы пришли только вот недавно домой. Вот. И сейчас я переоделась, Наташа тоже. Подключает Wi-Fi. Именно Wi-Fi. Вот где-то минут через 15-20 мы пойдем. Мы пойдем это, умываться, рожу свою мыть. Потом пойдем делать масочки. Короче, много всего интересного. Короче, мы с Наташей сейчас в ванной. У меня жвачка вот. Я выплюнула, потому что я съела маршмеллоу. Блин, у меня косички, смотри, какие. 2 hours later. Ой, это как красиво. Смотри, вот сюда. Вот сюда подойди. Посмотри, какие у меня длинные косички. Нормальные косички. У меня такие, да. Короче, мы сейчас будем молиться и...
Короче, мы сейчас будем делать такие вот маски. У меня ассасинка, у нее с пандой. Мы когда на их наденем, вернемся к вам. Разочарование века, потому что мы думали, что они на будут с мордочкой. На упаковках было, у меня была пандочка, у нее свинка. Но, как видите, маски без мордочек. Вообще, как так можно? Лицо такое страшное вообще. Ну, как бы и так я некрасивая. Будем фоткаться так. Знаешь, кто мы? Блин, нужно было засечь. Короче, мы вчера забыли снять вам, продолжить вам влог. Мы вот только проснулись недавно, уже приготовили себе завтрак. Сейчас мы будем, мы уже вот расплели кудри. Сейчас мы будем кушать, и я не знаю, что будем делать. Ну, в принципе, мой влог заканчивается на этом. Мы потом еще... Мы, кстати, смотрели вчера, приезжайте на Были-1, и нам довольно-таки понравился. Поэтому это было все, пока.